2 октября в Сростках будут вспоминать писателя, драматурга и кинорежиссера Василия Шукшина. Как сообщает Политсибру, мероприятие, которое посвящено 44-й годовщине со дня смерти Василия Макаровича, пройдет во Всероссийском мемориальном музее-заповеднике Шукшина. Для посетителей откроется выставка «Бичане о Шукшине». Будут выступать писатели, журналисты, художники, ученые, общественные деятели. Гостям презентуют альбом-каталог «Инскрипты», в который входят книги с дарственными надписями. Организаторы обещают, что на встрече будут родственники писателя и режиссера, а также члены клуба шукшинистов Бийска. За окнами середина сентября в крае уже решают, где нынче в пятый раз пройдет праздник «Алтайская зимовка». Корреспонденты «Комсомольской правды» Барнаул сообщают, что мероприятие состоится на Бирюзовой Катуне 1 декабря. Этот праздник открывает зимний туристический сезон на Алтае. Организаторы уже продумывают программу. К слову, в прошлом году гостями и участниками праздника стали более 20 тысяч человек. Любите наблюдать за звездным небом? Если да, то совсем скоро вам представится возможность увидеть близко не только звезды, но и планеты. 28 и 29 сентября в 21:00 на смотровую площадку приглашает Барнаульский планетарий, пишут на своих страницах корреспонденты московского «Комсомольца» на Алтае. Шотландская исследовательница Виктория Донован презентовала в Алтайском государственном педагогическом университете свою книгу о сохранении культурных памятников России, сообщают корреспонденты Политсибру. Она отметила, что наибольшее впечатление на нее произвела историческая часть Барнаула. Цитируем: «Дома удивительно красивые, и мне очень нравится деревянная архитектура. Мне объяснили, что в 60-х-70-х местные краеведы реализовали проект «Старый город». Поскольку я историк, и тема моей диссертации «Сохранение памятников», это было для меня очень интересно». В Барнаульском музее «Город» открылась выставка молодежного дизайна. Называется она «Про будущее». Здесь представлено 200 проектов, которые прислали креативные молодые люди из 12 российских регионов и 4 зарубежных стран. По словам главного организатора мероприятия, председателя краевого отделения Союза дизайнеров России Юлии Раменской, масштабную выставку «Конкурс» дополнят открытые лекции по разным направлениям дизайна и мастер-классы именитых дизайнеров.